Приветствую зрителей своего канала. Сегодня будет видео, как пить деревенские яйца и как их проверить. Смотрите, на рынке купили 7 штучек. Парочку пожарили. Ну, жареные деревенские от магазинов ничем не отличаются. А вот именно вот пить лучше их. Во-первых, шкарлупа вот тоненькая в основном, конечно, не у всех, но тоненькая. Вот такое вот идет это вот, то есть неровное, прям вот песочком таким вот шкарлупа. Пишите, кто знает, в комментариях. Ну и, конечно же, они в первую очередь, они идут без печати, без маркировки, хотя это можно все стереть уксусом. И видите, они такие вот потресканные, прям вот нежные видно. Опять же, на рынке, если бабуля там продает штук 50, да, то понятно, что, возможно, это и не деревенские. А если их всего было 7 или там штук 15 бы, то по-любому, то есть деревенские. Ну, в первую очередь, я посмотрел, что нет маркировки, смотрю, они такие треснутые, то есть и очень мягкая, нежная такая-то шкарлупа. То есть деревенские. Так, было у меня видео на другом канале, в том году я ездил в отпуск, кому интересно, можете смотреть отпуск 2018 год. Это видео будет в плейлисте отпуск 2019 год. Мне писали в комментариях, что сразу я стал пить, что надо их вымыть, поэтому сейчас давайте я их вначале вымою. Мочалочкой можно немножко тирануть. Потереть их. Вот. Сейчас вымоем их, буду чистить. И сейчас 5 штук. Сразу 5 штук выкину. Да я их бы и 10 выкинул, да, если бы они выжгли. Люблю домашние деревенские яйца, особенно пить. Я вот в том году где-то, так скажем, рядом с своими родственниками был, так вот где-то штук, наверное, по 10, по 15 в день выпивал. Поначалу, потом, конечно, уже яички стали у них заканчиваться, да и... Ну, курицы бывало не особо неслись, но бывало. И сразу несколько там пойдем проверим, смотрим, уже там аж теплые, аж теплые. Ну, теплые не особо любитель пить, а вот чтоб немножко не остыли, конечно, вкусняцкое это дело. Так, ну ладно, начнем. Подготовился, батончик взял, тут лисички у нас, тут видео про сметанку можете смотреть. Тут кукуруза будет. Тут кукурузу мы варили. Все есть, ребята, все есть абсолютно. Вот. Кукуруза. Куку. Вот. Вареная. Еще будет после отпуска такое целое видео там с отрывками. Уже с монтажом. Так, ну ладно, не будем отвлекаться. Поехали. То вот, кстати, когда плавает, там вот это вот беленькое, да? Что там писали? Плацента, наверное, там как. Не особо я ее люблю. Обычно вытаскиваю. Сейчас разберемся, как все это дело. Вот с другой стороны пить. Можно, конечно, и по-другому, но сейчас посмотрим. Не, вот эту
Белое там такое вот как. Вот, видите? Белое такое вот. Я всегда это убираю. Зародыш это там или что, не знаю. Тут что-то их два, кстати, прикиньте. Два. Так, ну все. Теперь солим. Сальцу. Кардос. Вот эта тема. Удовольствие неимоверное. Так, ладно, ставим пока сюда. Так. Сейчас посмотрим. Можно, бывает, вот эти белые штуки особо и нету. То тогда, конечно, можно все перемешать. Так, они что-то... Угу. Тут нету. Вот так вот солим. И ложкой. И ложкой это все перемешиваем. Можно чайную ложечку даже маленькую было взять. Помельче. Уже как едим, так и едим. Все. Желток прямо, смотрите. Ярко-ярко желтый. Отличный. Еще подсолю. То есть первый, да, видели, как я пил. Убрал там то, что не надо вам. Соли немножко переборщу. Ничего страшного. Ладно, я три выпью, два оставлю. Может, на завтра утро или на вечер. То есть хотите, можете сразу выпивать. Хотите, можете ложкой вот так вот перемешать. Можете вначале белок выпить, потом желток. Все. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. До новых встреч, друзья. Также смотрите видео, как я ел сметанку. Потом будем жарить мы лисички. Кукурузу варить будем отдельно, будет видео. Лисички так вообще свежие. Просто бомба, просто бомба. Да, вот, кстати, надо видео записать. Проблемы Вологды, то есть в чем. А проблема в том, что воды. Здесь с водой напряженка. Вот такие 5-литровые. Получается, покупаем по 30 рублей.
потому что вода не очень для кипячения, очень много белого налета на воде.